А не Аркадий? Нет, Аксентий. А у нее не было сына Петра? А Петр Аркадий? Нет, у таких... Их только два брата было. У них рано умерла мама. Вот, дед Демид остался сиротой. Ему было 7 лет. Угу. А вот этот Аксентий был лет на 15 его... Бабуль, ты можешь путать? Может, не Аксентий, может, Аркадий или нет? Аксентий... Чё ж я, глупо, что ли? Не знаю. Ну, нет. Так, подожди, слушай, а у нас вот есть по имени Курьян богатые родственники? Вот именно прям очень богатые, чтобы за границей было там... Кирилл, они не из богатой семьи были. Нет, а я говорю, вот у нас вот по фамилии, по нашей, по Курьян, именно прям супер богатые, чтобы... Вот знаешь... Курьянов как-то не было. И на Украине они вот жили, вот они приехали, вот их семья. А с какой семьи, я точно не знаю. Но они на Украину, если роднились, то роднились этой, с бабушкой, с женой деда Демида. Так, ладно, бабуль, я понял. Мы сейчас, я тебе конкретный вопрос задам. У меня есть родственник, получается, Курьян Петр Аркадьевич. Не было таких родственников. Никогда в жизни. Бабуль, но может быть, вот как раз-таки брат моего прадеда, вот по этой линии, может, родственник этот? У брата были дети. Ну как же, брат будет, они два брата. У них одна и та же родня. Ну, я понимаю, но... А вот детей у Аксентия были... Да не Аксентий, там Аркадий должен быть какого-то... Да потому что родственник Петр Аркадьевич Курьян. Ну, не было таких. Сейчас. Слушай, у меня есть... Сейчас я тебе покажу фотографию. Может, ты узнаешь? Вот, посмотри. Узнаешь? Нет, таких не было. Я не таких никогда в жизни не видел и не знаю. Я не понимаю. И никогда разговору никогда... Дед об этом, дед со мной всегда разговаривал, всех своих родных мне рассказывал, никаких... Ну, я понял. Короче, ребят, у меня, ну, все-таки, вы поймите, бабушка старенькая, она, скорее всего, не помнит, кто такой Петр, вот этот Аркадьевич. Ну, что ты говоришь? Чего? Не, ну, может, забыла. Как же забыла? Я всех помню лучше тебя.